В нынешнем году исполняется 10 лет акции «Георгиевская лента». Во всех районах Волгограда в преддверии Дня Победы волонтеры раздавали черно-желтые символы победы над фашизмом. Черно-желтые георгиевские ленты по внешнему виду и сочетанию цветов соответствуют оформлению колодки медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Именно поэтому они являются символом победы над фашизмом. Волгоградцы с гордостью помещают георгиевские ленточки на левую сторону груди, там, где у фронтовиков находятся награды. Георгиевская лента – это есть символ победы. Часто можно увидеть, как люди куда-то одевают на машины, куда-то прицепляют к рукам, но правильно носить ее – это где сердце на левой стороне, и никуда ее не прикреплять больше. В нынешнем году всероссийская акция «Георгиевская лента» исполняется 10 лет. За эти годы по всему миру было распространено более 60 миллионов черно-желтых полосок. Беларусь, Франция, Великобритания, Германия, Китай – вот далеко не полный список стран, которые подключились к акции. Планируется, что этой весной в Волгограде раздадут почти 50 тысяч георгиевских ленточек.